Здравствуйте, дорогие друзья! Меня очень часто просят послушать порнофильмы, и как-то, мне кажется, я один раз их слушала, но уже забыла, и поэтому сегодня я послушаю очередное произведение порнофильма под названием «Система». Чувствуется, что уже и по голосу, и по технике, что все серьезно. Интересная такая вливание толпы. Хорошо поют и по эмоциям прям вот хорошо проходят. Прям прет эта эмоция сюда с экрана. От души, понимаете? Я представляю, как там толпа, которая там по мозгам бьет музыка, и они там пьяные от музыки. В молодости я тоже как-то присутствовал на таких концертах. Не помню, как это заводят. Просто музыка стала в 100 раз громче. А вот если уронят? Можно, знаете, ассоциировать, что толпа – это воронка, которая всех туда затягивает, в эту систему, в ту самую систему, которая нас всех окружает. Ну, что я хотел бы сказать? Я бы хотел сказать, что это достаточно мощно, достаточно серьезно. Вот. Ну, опять тут, конечно, такой это политический подтекст. Вот. И если сильно не касаться этой политики, а просто касаться системы, в которой мы все живем, каждый в своей стране, у каждого своя система.
которую кто-то хочет разрушить, а кто-то живет в ней там комфортно или некомфортно. Вот, друзья мои, ну, я просто хочу сказать, что система, она есть везде. Если рушится одна, возникает другая. Человек никогда не бывает свободен от системы, и от ситуации всегда приходится под что-то подстраиваться. Свобода – это иллюзия, то есть ее не будет никогда. Даже, мне кажется, как вы сейчас будете мне говорить, что вот если бы там деньги, миллионы, сотни миллионов, и тогда человек свободен. Нет, человек не свободен, а в том случае он еще больше подвержен влиянию системы, чем тот, у которого нет ни шиша. Ну, собственно, это все, что касается вот то, о чем они спели, это мой вывод. Вот. А вообще, вот мне понравилось, мне понравилась энергетика, которая просто перла. Мне понравился вот этот вот клип, вот эта толпа. Я даже не знаю, там, может, мне показалось, но как бы там девушка или кто-то сидела с флагом, и вокруг нее вот эта толпа там воронка закручивала. Я там тут тоже есть определенный подтекст, если это то, что я там увидела. Но было так быстро, что не могу сказать. В общем, мне понравилось порнофильм, мне кажется, ну, в смысле, я их уже слышала. Но у меня что-то ничего не осталось в воспоминаниях о них. Вот, вот обновила себе память, и, в общем-то, молодцы, что сказать. Вперед из песни.